Мне бы хотелось как можно быстрее, чтобы закончилась война, нашей победы, конечно же. Чтобы мы победили, остановили оккупантов. Сначала остановили, а потом освободили наши оккупированные территории. После завершения, я уверен, что мы приступим или продолжим все наши планы, которые были у нас до войны. А до войны у нас были беспрецедентные за всю историю независимости нашей страны планы по наведению порядка в городе, по приведению в порядок нашей инфраструктуры, по наведению порядка на улицах и приведению благоустройства. Я уверен, что после нашей победы мы продолжим наши проекты. И я уверен, что те сегодня наши взаимодействия с Европой, с европейскими странами, с городами-побратимами, которые высказали уже свое желание участвовать в восстановлении и в обновлении Украины, и городов Украины, мы это все реализуем. Наша команда, моя команда города Одесса, городской совет готов к реализации этих программ. Мы подготовлены, у нас все готово, и мы к этому приступим после войны, все вместе.